Вот столько вот места. Привет. Летим. Авиакомпания Real Flight, Boeing 757-200. Пока, Кольцова. Еще целых 5 рейсов ждут посадки. Практически пустые багажные полки на перелете Екатеринбург-Анталия. Посмотрим, что будет в обратную сторону. Думаю, все будет забито. Более подробно ознакомиться с оборудованием самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане впереди стоящего кресла. Изучите ее внимательно. Если ваше кресло расположено рядом с аварийным выходом, пожалуйста, ознакомьтесь до взлета с порядком его открытия. Благодарим за внимание. Пока, Кольцова. Анталия, встречай нас. 4 часа 25 минут. Пути. Мы будем там. Все, полетели сквозь звезды. Наш домик там внизу. А не видно на телефоне, как красиво. Весь Екатеринбург как на ладони. Светится разноцветными огоньками. Прикольно лететь ночью, очень красиво. Все города вот такие вот, светящиеся спрутики. С 1 июля Real Flight, как и многие другие авиакомпании, отменили питание на рейсах продолжительностью менее 5 часов. И теперь предлагают только прохладительные напитки. Но выбор побогаче, чем у Нордвинда, дают даже сок и воду. Is also a good stuff.
Ура, мы в Анталии прилетели. На улице жара. Женя, помаши ручкой. Скажи, ручки все заняты. Мы приехали на фабрику сладости. Чай $10, $5. $3. Вино $20. Девушка, с камерой нельзя снимать. Почему? Девушка. Почему? Вот читайте. Почему нельзя? Потому что... Как видите, народ совершенно не смущает безумные цены в этом магазине. На кассах стоят очереди. Покупают полные пакеты. То ли последние лиры пытаются потратить, что остались после отпуска. Видимо, это они последний раз в Турцию приехали. А снимать, оказывается, нельзя не только в чудесном этом магазине, но и за его пределами тоже. Сразу штраф на кассе. Ну, посмотрите. Все туроператоры здесь собрались. И Туи, и ТЭС, и Корал, и Пегас. Все здесь молодцы. А вот эта чудная традиция мне нравится. Оставлять на веточках деревьев свои браслеты. Наверное, мечтают вернуться и еще чего-нибудь купить. Народу просто капец, больше, чем людей.